Так, ну что, друзья, как бы в какой-то степени повтор по поводу получения СИН-номера. Это Social Insurance Number в Канаде. Видите, вот это здоровое здание. Вот оно, такое вот. Ой, я на его фоне сейчас у нас. Давайте мы посмотрим. Сейчас, секундочку. Вон, 7 часов 30 минут утра. Оно открывается в 8.30. Но вот в 7.30... Так, я хоть машину закрыл? Не закрыл, слушай? Нет. То есть мы сюда приехали за 1:10. Хватает этого? Нет. Потому что если вы сюда приедете без 10 или без... О, отлично. Если вы сюда приедете, там, скажем так, без 10, начало открытия, или там без 15, то у вас очередь будет фактически до угла или даже дольше. То есть у вас очередь может быть легко 60-70 человек. Поэтому, когда вы приедете в Канаду, вам нужно будет в первый же день, который у вас только возможно, получить так называемый Social Insurance Number. То есть по-русски это, по-украински это идентификационный номер, ИНН. Здесь он называется СИН, то есть как грех. Вот. Извините, я еще не проснулся, потому что проснулся полчаса назад, мы сейчас сразу приехали. Что вам нужно будет для получения СИНа? У меня уже есть видео на эту тему, как мы получали его с супругой после получения пиара. Но повторюсь, вам нужен будет ваш паспорт, то есть ваше удостоверение личности, вашу бумагу, которую вам давали на границе, это будет или visitor visa, или это вот open work permit, как бы мы говорим сегодня про украинцев. То есть у кого какие документы, вам нужно будет это. В принципе, все. На этом как бы мы заканчиваемся. Это заведение называется Service Canada. Есть еще сервис Ontario, то есть там, где Ontario, то местные документы, Canada это глобально, то есть Social Insurance Number действует на территории всей Канады, соответственно, как бы тут такие глобальные вещи, там налоги, ладно, мы отвлекаемся. Вот, это в принципе все, что вам нужно будет из документов. Вся процедура занимает где-то минут 10-15, вам нужно элементарное базовое знание английского, может быть вам зададут какие-то вопросы мелкие, возможно фамилия вашего папы, то есть это как будет как security question, то есть как бы контрольный вопрос, вам нужно будет его заполнить. Запомните в следующий раз, тоже так же его назвать именно по буквам, как оно пишется в транслитерации, то есть на английском языке. Потому что это как слово пароль. Естественно, там вам нужно будет проговорить, кто вы, то есть вы должны самостоятельно это сделать, такие правила, date of birth, то есть дату вашего рождения, то есть вы должны будете сами это проговорить. В принципе, в прошлый раз у меня Юля, когда сюда приехала и первый раз сама это получала, у нее был английский близкий к нулю, то есть London is a capital city, это вообще было нечто за гранью фантастики, поэтому это было нереально. Кто смотрел «Гости из будущего», те поймут. И ничего, тем не менее, она это получила. То есть здесь сидят такие женщины, которые, в принципе, если вам повезет, они будут канадки, они будут очень терпеливо слушать и ждать, пока вы там что-то до вас дойдет тот вопрос, который они вам задают. Через 15 минут вы будете свободны, после этого с вашим social insurance number, то есть SIN номером. Нет, это получается повтор. SIN номер. С вашим СИНом вы можете пойти в банк и там оформлять все документы, которые вам нужно будут. Ну и в принципе, наверное, все. Вот так вот эта процедура происходит. Appointment делать заранее не нужно. А, есть, кстати, два варианта. Вы это можете сделать по appointment. То есть, но это займет у вас 2 недели. Либо вы приходите вот так вот и ждете в очередь. Моя рекомендация, поскольку я делаю это уже 3-й раз, приходить за 1 час, а лучше за 1.5 до открытия. И вы сразу все успеваете делать. Все, вы попадаете в первую очередь, в первый заход, который будет. Ну и таким образом, все, вы получили свой один из важнейших документов на территории Канады. Все, друзья, спасибо. Вот такое было короткое видео. Надеюсь, оно было... Может быть, некоторые вещи вам не были понятны, но вы поймете их тогда, когда вы уже сюда приедете. Вот. Потому что мне уже говорили, что многие вещи, которые я говорю, они не всегда понятны. Потому что я оперирую английскими словами. Но по-другому никак, просто нету русского эквивалента. Соответственно, вы тоже, когда сюда приедете, вы будете говорить точно так же, для вас это будет нормально. Если вы что-то из этого видео сейчас не поняли, это абсолютно нормально. Я когда прилетел, летел в Канаду,
Первое время, вы знаете, я смотрел эти видео, я вообще не понимал, о чем они говорят. Для меня это был дремучий лес, я хотел, чтобы мне все объяснили на русском. Но, друзья, это Канада. Здесь все разговаривают или на английском, или в Квебеке на французском. Соответственно, вы должны оперировать английскими терминами. И вариант, что прокатит, я всегда буду пользоваться русскими словами, нет. То есть здесь, например, не ипотека, а mortgage, не ИНН, а СИН. Не страховка, а insurance, то есть и так далее, и тому подобное. Все, постараюсь вас информировать по мере того, как мы будем получать вместе с моей мамой документы в очередной раз. Ну вот мы, смотрите, кстати, хочу показать очередь. Вон очередь, вот очередь, вот очередь, вот очередь. Сделали мы СИН-номер. Сложного в этом ничего не было. Заняла эта процедура где-то около 5 минут суммарно. Спросили, сразу будьте готовы на входе. Вас спрашивают, что такое, что вы хотите сделать. Если у вас базовый английский или очень, скажем так, такой английский никакой, вам нужно знать postal code, то есть не знаю для чего, но попросили. То есть где вы сейчас временно пребываете. Postal code — это ваш индекс. Например, там он состоит из 6 символов. Пристегнись. После этого попросили документы. Это Open Work Permit и паспорт. И на бумаге вы должны написать адрес, где вы находитесь, и фамилию и имя ваших родителей до вступления в брак. Оригинальные. То есть там, не знаю, там, не знаю, там Сидоров, Иванов, Петров. Только помните, что все эти символы и буквы вам нужно будет, когда вы в следующий раз будете получать опять СИН-номер, вам нужно будет в точности повторить. То есть вот этот, это не проблема, когда вы знаете на своем родном языке, но когда вы делаете на английском, у вас может быть Y, I, там я, A, U, вот эти вот все сложные, скажем так, в переводе моменты с кириллицы на латиницу, вот там нельзя будет сделать ошибку. Ну, как бы у меня была эта ошибка, я там ошибся однажды в одной букве, но ничего страшного не было. Просто мне уточнили, что так и так. Поэтому это все, что вам нужно будет. Вся процедура заняла где-то около 5 минут. Все, всем спасибо. Вот так было все относительно просто. Пока.